кухню пошли. Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня у нас праздник, день явления Шри Чайтаньи Махапрабху. И сегодня наш театральный департамент приготовил для вас небольшой спектакль под названием «В поисках Господа Чайтаньи». Пожалуйста, включите свои сотовые телефоны, кто этого не сделал, чтобы не мешать нашим артистам и зрителям в зале. Спасибо. Итак, начинаем. Весь мир. Апреля 17. Сегодня я проснулся на рассвете. Это был сон или реальность? Какой удивительный сон сегодня приснился мне. Все было будто наяву. Я увидел прекрасного юношу. Его тело сияло, как золото. Он танцевал и пел о Боге. И он звал меня с собой в волшебную страну. Это была Индия. Я должен найти его, чего бы мне это ни стоило. 14 августа. Я обратился к королю и королеве с просьбой организовать экспедицию в Индию на запад новым курсом вместо старого затратного пути на восток. Король отказал. Испании сейчас не до путешествий. Страна на грани войны. Вот все, что сказал мне король. Что ж, придется набраться терпения. 5 января. После стольких ожиданий мне представилась возможность снова добиться аудиенции короля Фердинанда. Мне опять неудача. Он не готов идти на такой риск. На верном ли я пути? 3 февраля. Я получил письмо от самой королевы Изабеллы. Она приняла мой проект. Королева готова ради его осуществления даже заложить свои драгоценности. Я самый удачливый человек на земле. Да здравствует королева! 1 марта. Я столкнулся с непредвиденными мною трудностями. Набрать команду в такое рискованное путешествие.
Все боятся. Еще никто не отплывал от берегов Испании. 15 марта я нашел единственный выход. Набрать команду из заключенных. Опасное решение, но мне нечего не остается. Отчаянные парни, им нечего терять. 2 августа отплываем. Да поможет нам Бог! Пришлют меня, не задумываясь. Может, он и существует, этот золотой человек. Но где? Где мне найти столько золота, чтобы расплатиться с ними? Мама, видно? Что же это за Эльдорадо? Золотой человек. И почему дед хотел так найти его? Сейчас узнаем. Так. Эльдорадо. Земля обетованная, Эльдорадо. Золотой человек. Так, золотой человек. Гауранга. Чайтанья Махапрабху. Основоположник Гаудия вайшнавской традиции индуизма. Воплощение Радхи и Кришны. Явился, чтобы дать всем людям чистую любовь к Богу. Его кожа была золотистого цвета. Это он! Я нашел его. Так, посмотрим. Что тут еще есть? Санкиртана. Киртан. Харинама. Видео. Ну-ка посмотрим.
Что же делать? Еды осталось на несколько дней. Команда совершенно вышла из-под контроля. Они требуют золота, денег. Они звереют. И я чувствую, что находясь рядом с ними, я тоже превращаюсь в зверя. Существует ли он, этот человек золотой? И так ли он мне нужен? По требованию команды корабли изменили курс на запад и запад. Эх, дед, как жаль, что у тебя не было такого компаса, как у меня. Твои окружения и физические страдания сломили тебя. И ты отказался от своей цели. Какой я был идиот! Поверил какому-то сну! Столько сил, времени, полжизни потратил на глупую мечту. Потащиться на другой конец света ради какого-то сказочного золотого человека. Надеюсь, хотя бы золото мы там найдем. Капитан! Земля! Слава Богу! Земля! Всех королей, повелитель морей, Христофор Колумб.
одобрение чувством. Человек развивает привязанность к нему, а из привязни рождается вожделение. Из вожделения рождается гнев. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек погружается снова в пучину материальной жизни. Но тот, кто, следуя предписаниям шастр, освободился от привязанности и неприязни и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа. Дед, я нашел настоящее богатство. Я нашел золотого человека, истинное знание. И я обрел самое главное — милость Господа. Я брала на стол кисть.